Спасибо Уварову Сергею Николаевичу и Юрию Геннадьевичу, директору музея, за то, что они делают для нашего села. Уже дизайн-проект. Угу, угу. Вот задумка. Вот эта стена. Угу. Она идет за воротом сюда на 2 метра. То есть как диорама. 2 метра сюда тоже. Это панорама, будет. Да. Так, батарею над окном. Она запланирована? Нужно? Нет, конечно. Но она у нас уйдет за это. Она по стеклу. Ремонтируем Кафицкий музей, прекрасное место, очень сами ждем, когда доделаем, чтобы посетить его уже как именно посетители, а не как строители. Надеемся, что у нас все получится. Я говорю, позвоните, она вам все расскажет, чтобы нам напрямую договор заключить, и она вам там может эти картинки, какие нам нужны, манекены предоставит. Я хочу поблагодарить всех наших жителей села Кафицкого за участие в капитальном ремонте нашего музея. Большое всем спасибо за ту помощь, которую вы оказываете при капитальном строительстве музея. Спасибо большое. Спасибо, что вы принимаете. Да. Нет, не прорыв. А как же она... Ой-ой-ой, бюджетирование.